Видеообращение генсека НАТО Андерс Фог Расмуссен опубликовал его на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Обращение записано в ходе пребывания главы Альянса в Тбилиси. Расмуссен говорит о важной роли южно-кавказского региона, Грузию при этом называет важным партнером, подчеркивая, что страна является примером в плане выполнения своих обязательств. По словам Расмуссена, Альянс высоко оценивает вклад Грузии в миротворческую миссию в Афганистане. Кроме того, в регионе и призвал стороны предпринять конкретные шаги к их урегулированию. Глава НАТО заявил, следует искать решение. Напряженность препятствует развитию экономического потенциала. Андерс Фог Расмуссен побывал в Тбилиси с однодневным визитом. Он встретился с президентом страны Михаилом Саакашвили, а также принял участие в амбассадориале грузинских послов. Хочу воспользоваться случаем и выразить свою благодарность правительству и народу Грузии за поддержку. Грузия является особенным партнером для НАТО и примером выполнения своих обязательств. Грузия вносит важный вклад в миссию в Афганистане. Осенью она станет самым многочисленным участником этой миссии из стран, не являющихся членом Альянса. Это важное достижение, так что между НАТО и нашими партнерами установлен диалог и сотрудничество на Южном Кавказе. Вместе мы сможем побороть вызовы 21 века.